Добрый день, меня зовут Пьер. Вы хорошо? Доехали. Тяжело без нее. Для тебя есть работа. Научи папу пользоваться компьютером. Вы делаете успехи? Терпеть это не могу. В следующий раз прошу не опаздывать. Ты ведь так отравишься. И ты избавишься от меня. Папа! Пунктуальность — знак уважения. Все в порядке? Там такая картинка внизу, похожа на компас. Не работает. Окно открыто? Все равно не работает. Дусетта, ищу спутника жизни, любящего детей. Действительно чудо-машина. Каролина, 35. Больше всего меня волнует завтрашнее свидание. У вас встреча? Иди вместо меня. Я нашел отель в Гогле. Знаешь такое? Брюссель, вы шутите? Только один раз. Расскажешь, что она обо мне думает. Твои письма тронули меня с первых строчек. Вы понимаете, о чем меня просите? Просто заменишь меня на один вечер. Ты воспользовался ситуацией, выставил меня папником. Вы меня напугали. Вы действуете от моего имени. А ты спишь с ней из-за меня. Я обманул свою подругу и эту девушку. Чем это закончится? Да, сначала секс, потом разговор. Ты доволен? Ты была права, интернет — великая вещь. Для чего столько лекарств? Чтобы жить долго и продолжать действовать тебе на нервы.